Всем добрый день! Сегодня у нас очень жарко. Будем готовить окрошку. Вот из этих продуктов сейчас будем все это крошить в окрошку. Начну с зелени. Укропчик, кинза, сельдерей. Зеленый лук сейчас покрашу. Немного красного лука покрашу. Посолю. Сейчас немного полну, чтобы зелень немножечко дала свой аромат. Сейчас несколько редисочек потру на терке и порежу еще так тоже. Вот я на терке потерла и так тоже кусочки порезала. Вот там будут. Также сделаю и огурчики. Точно так же свежие сделаю и на терке, и кусочками. Вот я на терке огурчики порезала и дольками тоже. Теперь режу колбаску, картошку режу. И яйца режу еще. Сейчас сюда добавим. Все готово. Осталось добавить квас. Разложить на тарелочке, добавить квас, сметанку. Можно чесночок, горчицу, кто желает. И сейчас будем кушать. Можно с майонезом, со сметанкой. Будем кушать сейчас. Приятного аппетита. Окрошечка такая.